Бочку убили. Я еще захожу. Ой, тут двое! Я умер. Ну я просто не понимаю. На первом? Да, я даже зайти не ушел в двери. Прямо на первой двери. Мне пятый уровень он убился, ребят. О май. Дальше собираться. Гребаный пинг! Он не стрелял даже в этот момент, видели? Хотя это не так. Зашел. По-моему, в этой комнате. Ах, перезарядка. Убивать? Он пистолет достал. Мужик! Он сделал фраг! Ай, как же с дербы тяжело стрелять, а? В смысле тяжело? Он убивает! Все, я выпрыгиваю, ты убиваешь, пошел. Мне больше не надо, имею в виду. Ты справа только что. То, что он дробовик скидывал. Надо как-то подвампиру его в стене. В стене. Видишь, не видишь? Веришь? Да. Патроны! Живет? Ты что, меня убиваешь? А? Так сказать, что ты убил, нет? То есть, когда друг кричит патроны, я убиваю его обидчика. Ты этого не видел? Нет, я отвернулся. Вот только не надо сейчас крайних искать. А почему бы не поискать? А давайте поищем крайнего, который думает, что раз у него пушка, он может из нее шмалять направо-налево. Мне хорошее самочувствие персонажа важнее. Я распоткнулся и упал. Кстати, вчера Марго показала нам это, как надо черепахой двигаться. Давай проверим Ярта. Я ж тебе путь освещал, ты чё? Отстань. Сейчас живот восстановлю, я пойду на них. Одного снял. И по мне кто-то попал. Я кого-то убил, он с глушителем. Кого-то слышу. У магазина, прям торец здания. У мусорки, по кустам ходит, слышу кого-то. Олег, кусты задел. Так. Пристройки никого, по крыше не бегают. Ну и какой план? Можем к машинисту сбегать. За магазином по мне стреляют. А, я по тебе, ладно. Будешь знать, как... на меня нападать, понял? Хоть бы убивал, что ли, мне бы так стыдно за тебя не было, а? Потом говорит, я убить я говорю, не могу. Я враг где-то сколько ходит, сколько раз не попадал. Так я сказал, я за мусоркой тебе... сижу. В техно бегают, да. Один пробежал сюда. Заходит в магазинчик. Вроде бы убил. Прикольно. Ты у меня стрелял и бегал. Справа идет. Я сделаю вид, что убегаю. Бегу, бегу, бегу. А с чем отсюда? Ну, ладно.
Нормально ты бегаешь. Ты где сейчас находишься? Яр. А, Яр. Ярик. Ярослав. Все, вроде не происходит ничего необычного. Он покинул чат, ребят. Бот увидел. Тут в соседней лестнице. В магазине сидит. Бот, человек? В Якобсе. Бот, наверное. Кто-то сидит в Якобсе. Якобс это... А, вижу. А он там. Слышишь такой? Яр, говорит. Яр, я, говорит, здесь. Земля, говорит. Ты же не умрешь, правда? Телится. Ты хочешь ботов убить двух, нет? Помочь? Не надо, сам убью. Тут двое. Он справился. Я расстался один на один. Такой напряженный момент. А, там ты сказал двое, там третий. Ты просто. Черт, уже все. Вырежем. Голова уж в прыжке. И все такие, да! Помогать будешь? Там еще один есть. Он раненый. Он хорошо пробит. Вот. Так вот Яр квесты и проходят. На первом этаже. Да-да-да. На входе. Да-да-да. Да, стоит, кроет. Убрал. Угу. Ай, блин. Пацана мне ебать, гандон. Я как все. Так выходим, не выходим. Можем попаркурить. Себе. Давай за дверь. За дверь. Блин. А что, тут не выйти, да? Пишите письма. Я понял. Я не знал об этом. Вот так.